В Суворовском военном училище подвели итоги первой учебной четверти. Напряженное экзаменационное лето, а затем новая жизнь, новые товарищи и большой объем информации. Все это не помешало суворовцам делать успехи в учебе. Закончилась первая четверть. В принципе, результаты очень хорошие. Уже определились отличники. Это 12 человек, на которых будут уже равняться. В целом все ребята справились достаточно неплохо. Кроме успехов в учебе, радуют преподавателей и воспитанников и ход строительства. Завершается перекрытие кровли второго учебного корпуса, затем перейдут к отделке и ремонту внутренних помещений и фасадным работам. Планируется размещение на 4-5 этаже этого корпуса спальных помещений для 10-11 классов. Остальные помещения будут учебными корпусами и кабинетами общего пользования. Параллельно с ремонтом полным ходом идет обустройство территории. Уже распланированы места под высадку хвойных и лиственных деревьев.